Привет, мой дорогой зритель. Месяц назад я заказывал велофару с AliExpress. Пришла она ко мне неделю назад, а общее время доставки составило 19 дней. Упакован фонарь хорошо и при доставке помяться не должен. Ссылки на продавца из видео в описании. Его цена на данный момент 1300 рублей. Сам фонарь довольно маленький. Его размер составляет 10 см в длину и 3 см в ширину. Производитель фары заявил защиту от влаги по стандарту IPX6, который подразумевает попадание под сильный ливень или струи воды под любым углом, но погружение, например, в бассейн, с большой вероятностью он не переживет. Корпус прекрасно собран и изготовлен из алюминия 6061. Его приятно держать в руке. В нем встроен светодиод Cree XPL, яркость которого 800 люменов, а емкость аккумулятора 2500 мАч. В конце видео будет тест дальности и интенсивности свечения. Работает в режиме просто вечером выехать покататься около месяца без подзарядки. У фонаря 5 режимов свечения: слабый, средний, сильный, стробоскоп и мигающий. Заряжается он через обычный microUSB, но для фонаря это нормально, так как сильно быстрая зарядка там и не нужна. Шнур выглядит очень дешево, и он идет в комплекте. В коробке есть инструкция на китайском и английском языке. Крепление не самое удобное, которое у меня было, зато надежное. Если ты случайно заденешь рукой фонарь, то он точно не вылетит. Угол поворота регулируется, но для этого нужно открутить винт снизу, что не всегда будет удобно. Что я могу сказать в заключении по этой фаре? Да то, что если она устраивает тебя по цене, а я знаю, что не каждый сможет отдать 1500 рублей за фонарь, то это будет очень классное решение для тех, кто хочет кататься вечером или ночью. А вас я прошу подписаться на мой канал, ведь дальше еще будут подобные видео. Спасибо.